Panělecky? Svancov. A super. Pięć pomnożyć na pięć, dziesięć. Pięć na pięć umnożyć. Pięć plus pięć plus pięć plus pięć. Dziesięć. Нет. Вот у нас уже. Двадцать. Еще добавь пятерку. Двадцать пять. Двадцать пять. Напиши еще раз красиво двадцать пять. И по-немецки как будет? Fünfundzwanzig. Еще раз. Fünfundzwanzig. Так, еще добавляем пятерку. 5 на 6 будет? 30. Да. Умница. Значит, когда у нас большая стрелка смотрит вниз, да, у нас сколько минут? Да, показывает 6, сколько ты минут полешь. Иди дальше. Да. Когда у нас так показывает вниз стрелка большая, у нас сколько минут? Сколько минут? 30. 30. Дальше. Дальше. 5 умножить на 7. 35. Тебе по-немецки почти? Нет. Заду начинать читать. Fünf und 5 mal 7 ist 35. 5 на 7, 35. 5 mal. Да. 5 mal. 5 раз. 5 на 8. Сколько больше? 5 на 8. Сколько? 5 и 8. Супер. Супер. Переведи на немецкий. Это? 40, это сколько 40, будет? Полёш, 4, иди, полёш, не пиши, ты все знаешь. Нет, 40, это будет по-немецки фирцик. Фирцик, полёш, фирцик. Повтори. Фирцик. Fünf mal acht ist vierzig. Ну, повтори. Fünf mal acht ist vierzig. И не на, а mal. Скажи, mal. Mal. Маль. Дальше, Полюш. Еще осталась одна штучка, Полюш. Еще две осталось. Ну давай. Так, молодец. 5 на 8, 40. А 5 на 9? 45. Молодец, пиши. Тебе по-немецки читай? Fünf. Маль. Neun. Из. Fünf und. Vierzig. 5 на 10. 50. 50. А теперь, да, я забыла еще написать. Полина, прям, подожди, подожди. Fünf на 11. Когда у нас большая стрелка на 11. О, Полюш, а теперь, на... Полюшка, если еще 11, то сколько? Смотри, Полюш, там осталось сложно. 11. Так, Полюш, 5 на 11. Ну, если 5 на 10 – 50, а 5 на 11 – еще пятерку прибавлю. 12. Нет, еще пятерку прибавлю. 50 плюс 5. 50, 50 плюс 5. 50. 15. Нет, 50 и плюс 5. 50. 5. Молодец. 5 фун 5. Ну, супер, Павел. А когда должна 12, тогда мы уже кажем... Что мы говорим? Что, если 12, что мы говорим? Что мы говорим, когда 12 показывает минут на стрелке? Мы говорим, что это... Когда 5, когда 12, это всегда что? Ровно. Так, потому что в часе сколько минут? Сколько минут в часе? В одном часе? 60. Супер. 60 минут. Так, как это звучит? In einer Stunde sind... 60 Minuten. Повтори, повтори. Aber eine Stunde hat 60 Minuten. Супер. Скажи. Еще раз. Eine Stunde hat 60 Minuten.